Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов. В данном видео мы с вами будем продолжать наш челлендж, и сегодня у нас будет ставка на большой теннис, а если быть точнее, на турнир Wimbledon, мужской разряд. Итак, противостояние, которое я отобрал, встречаются между собой такие теннисисты, как Тиаго Монтейро и Хауме Антони Муньяр. Итак, что касаемо данной встречи, то здесь лично для меня все более чем очевидно. Что касаемо Тиаго, во-первых, стоит отметить, что он провел небольшую подготовку перед данным турниром, сыграл 4 матча на траве, из них в 3 добыл победу и 1 раз проиграл. Что касаемо конкретно данного турнира, то прошлые 3 года на Уимблдоне он добыл всего лишь 1 победу и 3-жды, соответственно, проиграл. Но при всем при этом поражения были от очень сильных оппонентов, ему довольно часто не везло с сеткой, и он натыкался действительно на сильных теннисистов, ну, которых он не должен был обыгрывать, ну и, собственно говоря, сделать чудо ему не удавалось. Здесь же ему повезло, ему навстречу в первом раунде попался Муньяр, который, ну, не то чтобы, конечно, слабый, но у него, по сути, нет за карьеру ни одной победы на траве. 9 матчей, 9 поражений. И вполне возможно, что здесь у него будет 10-е юбилейное поражение от своего оппонента. Ну, я здесь, как вы понимаете, чуда не жду и просто доверюсь Тиаго, который неплохо подготовился и в целом на траве себя показывает достойно для своего уровня. И, по крайней мере, Муньяра он обыгрывать должен. Поэтому моя ставка на этот матч будет победа Тиаго Монтейро в этом матче. Ну а если вы хотите поставить на данное событие по лучшему коэффициенту, то рекомендую делать это в надежной БК, где есть широкая линия, самая широкая линия в СНГ и высокие коэффициенты, что очень важно. Ссылка на нее будет закреплена в комментарии, а по промокоду еще и получите удвоение первого депозита. Что ж, ребята, такова была моя ставка на этот матч. Что думаете вы? Пишите обязательно в комментариях. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.